Ульяновская индустрия туризма заметно развивается. Строится новый отель для гостей, появляются проекты для семейного и детского отдыха. Накануне губернатор Сергей Морозов провел заседание Совета по туризму, где обсудили и прошлогодние успехи, и планы на будущее. Ульяновская область действительно открыла очень широко окна, двери для того, чтобы граждане Российской Федерации, граждане разных других государств приезжали к нам сюда для делового или для культурного времяпровождения. Юлия Скоромолова доложила об итоге работы отрасли гостеприимства за 2018 год. Поток туристов заметно увеличился. Чтобы не быть голословной, директор агентства по туризму Ульяновской области предоставила цифры статистики. Мы приняли 495 тысяч туристов, показали рост на 10,5%. Отмечу, что в целом по России рост наблюдался не выше 6%, то есть мы превысили этот показатель. Мы приняли 16,5 тысяч иностранцев, рост показали на 10%. Это, конечно, не тот результат, которого мы хотим, и мы ставим себе задачу увеличить этот показатель в разы. С открывшимся аэропортом и строящимися отелями этот год может стать намного прибыльнее для сферы областного туризма. Также не стоит забывать о программах культурного досуга. Один из них, например, предназначен для школьников. На классных экскурсиях ребята смогут побывать на градообразующих предприятиях области. В скором времени разработчики займутся организацией экскурсий для педагогов и родителей. То есть вот фонд президентских грантов, наш проект, где работать в Ульяновске, поддержали, и в течение 2019 года мы будем вот реализовывать этот проект. В этот же день губернатор не только провел заседание, но и ознакомился с новым строительным объектом. Глава региона осмотрел новый многоэтажный отель, расположенный на проспекте Врача Сурова. Осталось провести отделочные работы, и уже в этом году заведение будет готово к приему гостей. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.